Итак, для приготовления этой маски нам понадобится долька спелого банана. Банан сначала нужно очистить. Затем помещаем в тару, где мы будем готовить маску. С помощью вилки толчем банан и превращаем банан в кашицу. Следующим компонентом нужно будет добавить оливковое масло. В эту маску мы добавляем 1 столовую ложку оливкового масла. И опять все хорошо перемешиваем. Следующим компонентом надо добавить йогурт. Если у вас нет йогурта, то йогурт можно заменить сметаной или же заменить теплым молоком. Надо будет добавить 1 столовую ложку йогурта или же 1 столовую ложку сметаны или молока. Опять все хорошо перемешиваем до однородной массы. Последним компонентом добавляем это какао. Какао нужно взять натуральное, без сахара. Какао можно приобрести в любом продуктовом магазине. И какао очень хорошо влияет на кожу лица. Добавляем 1 чайную ложку какао или 1/2 столовой ложки. Теперь все хорошо перемешиваем. Такую маску можно хранить в холодильнике в течение 3 дней. Также можно сделать основу для маски, которую можно хранить в холодильнике в течение недели. Для этого возьмите йогурт, туда добавьте какао, также добавьте оливковое масло, все перемешайте. И перед нанесением маски можно добавлять банан и сразу же использовать эту маску. Наносить нужно по кожным массажным линиям. Сначала наносим сверху и спускаемся вниз. Сначала наносим на лицо один слой, затем ждем, чтобы маска чуть-чуть подсохла. Затем наносим уже второй слой. После нанесения второго слоя держим примерно 15 минут, затем смываем теплой водой, а потом уже смываем прохладной водой. Когда вы будете смывать эту маску, обязательно делайте легкий массаж своего лица. После вы можете нанести тоник для лица, также вы можете нанести легкий увлажняющий или питательный крем. Такую маску рекомендуется делать 1 или 2 раза в неделю в течение месяца. После использования вы сразу же увидите, как ваша кожа будет молодой и красивой. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь всегда красивыми, здоровыми и молодыми. Всем желаю мира и добра. А мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!